Теперь Украина. Там сегодня стартует месячник добровольной сдачи оружия. Суть акции такова. Гражданин, который сам принесет в полицию любое вооружение или боеприпасы, оказавшиеся у него без соответствующих документов, освобождается от уголовной и административной ответственности или даже может оформить разрешение на то, что принес. Правоохранительные органы таким образом рассчитывают вывести из тени хотя бы малую часть незаконного арсенала. Ситуацию с нелегальным распространением оружия в стране сами чиновники украинского МВД давно называют не иначе, как критической. И подчеркивают, 80% поступающего на черный рынок из зоны силовой операции в Донбассе. Дальше все в соответствии с законами экономики. Чем больше предложений, тем ниже цены. А значит, позволить себе такую покупку могут все больше украинцев. Причем, судя по криминальной хронике, спросом пользуются не только винтовки и автоматы, но и, например, гранатометы.